Всем привет, ребята! Ой, у нас опять пришла жара, пока не очень сильная, 26 сегодня в тени, но все равно наши уже купаются, наши вон уже в твистер играли вовсю, в купальниках, поэтому снимать я их не могу во время твистера, но поверьте на слово, мы обхохотались тут. Такой клубок был, который потом упал. Ой, вообще... Твистер очень прикольная игрушка, благо у них вот это вот поле из клеенки сделано, можно и мокрым играть. Скользко, правда, но можно. Так, Женя, ты опять кого-то мучаешь. Лягушку нашла. Зачем тебе лягушка? Опять. Ну, что такое? Противненькая какая. Пока она прыгает, тебя это радует, да? Ясно. Так, постелили им матрасы, они тут загорают, в бегемотов играют. Маська отдыхает на качелях у нас. Устала, да? Да. Нагулялась, устала. Ты такая длинная, Маш. Я в шоке. Ты скоро уже от одной стороны качели до другой будешь. Ты что, высокая, что ли, будешь? Выше, чем я? Угу. Вся в дедушку Бобу? Угу. Вообще. Я буду не бабушка. Так, сейчас хочу пойти походить. Хотела сначала покосить, а потом пойти походить. Но, видимо, сначала похожу, а потом покашу. Как-то так у меня выйдет в этот раз. Вот, потому что косить уже надо, трава невысокая из-за того, что у нас клевер маленький просто разрастет здесь. Но самая опасность в клевере то, что уже появились цветочки, на них садятся пчелы, а дети здесь после бассейна бегают с голыми пятками. Поэтому надо все это дело быстро-быстро скашивать. Вот так. Вот здесь кусок газонной травы, тоже достаточно высокий, его тоже надо скосить. То впереди все жарче и жарче. И завтра уже косить будет слишком жарко. Надо это делать сегодня. Что у нас с Басиком? Басик в порядке вообще. С Басиком все хорошо. Сегодня, кстати, у ребят вот эти вот кольца, которые мама привезла, прекрасно шли. Они сегодня развлекались с этими кольцами. Только так. Сначала Маша просто их бросала, и народ их искал. В том числе и Маша тоже, на перегонки. Потом решили разделиться на команды. Одна команда отворачивается в бассейне к бортику, вторая команда в разных местах прячет эти кольца по бассейну и поворачивается эта команда и начинает их искать. Задача найти все кольца. Ну, на самом деле, вначале все это было легко, потом они приноровились и начали прятать эти кольца за лестницу, под лестницу, начали прятать их за скиммер, ну, в общем... Короче, фантазия работала, ну ура. Вот. Было безумно весело. Они ныряли, 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 ныряли. Все супер, слава богу, все у нас плавать умеют, ну там кроме одного, но он и не пытается нырять. Вот. Все, пора. А то уже солнце садится, и я ходить буду в темноте. Сейчас надо будет одеть носочки, одеть кроссовки, а то в шлепанцах ходить то еще удовольствие. Я как-то пробовала, ужасно болят икры после первого же похода. Там буквально прошел метров, наверное, не знаю, 20-30, и о, ужас. Фу, походить походила, все кольца свои замкнула, все сделала. Так, теперь надо будет покосить, потому что пока светло, потому что завтра совсем жарко. Девчонки, это что-то, маленькие наши, ссорятся только в путь, потом мирятся, потом опять ссорятся. Их сейчас трое, так что, ох, прям баталии. Но, правда, спасибо, что не толкаются и не дерутся. Все ссоры только на словах. Орут. Ой. Ты меня загоняла, чучундра. Ты, кстати, можешь не обязательно ходить, а играть в Женю. Да, чей мячик? Женя, мой мячик. Мой мячик. Ай! Чей, отдай, отдай. Отдай мой мячик. Отдай мой мячик. А у тебя сходи считается, когда ты с Женей играешь? Я думаю, да. Ты сюда, дай сюда. Дай сюда, козявка. Эй, хрюкает и рычит. Ты смотри, что делается, а?
Ты, ты, мой. Что, мой мячик? Ай. Что? Что, ждешь, да? Ай. Мама, можно я еще с ним поиграю? Можно, только не по морде ей. Только не по морде, да, в сторону. Женя! Хорош, цветы есть, ну. О. Ну что, хороший пар. От азарта мы цветы едим. Сейчас надо сначала отнять, а то мы сейчас ей по морде надаваем. Надаваем. Тихо, осторожно. Жень! Давай. Жень! Ты в нее не пуляй, рядом пуляй. Пас, собаки! Ух ты! Давай, кидай! Да кидай нормально! Ну, блин! Ну что, я вырастаю! Все, наигралась собака. Все, устала. Листик, стой! Стой, говорю! Все, иди. Ты належалась? Я тоже наигралась. Смотри, покрывала. Посмотри небо такое. Какое розовое. Какое небо голубое. Розовое. Красивое, правда, розовое? Розовое, красивое. А там что-то не очень. Там какое-то бледное. Там красиво. Закрываем. Собираем покрывало. Дождя не будет вроде. Я предлагаю все оставить. А, покрывало тоже оставить? Нет, покрывало возьмем, потому что Женя на нем спит. Так. Я беру покрывало, а ты берешь свою книгу. Хорошо. И мяту. Маша нам там мяты принесла. Мяту. Так, моя книжка. Мята. И мой еще дневной лимонад, который я забыла. Идем? Да, пошли. Жик, что села? Пошли. Пойдем! Как там? Мантия? Плащ! Розовый плащ! Только свистни, он появится! Розовый плащ! Хорошо, сегодня денек прошел, правда? Да, сегодня хорошо, спокойно день прошел. Ни черта не делали, и так хорошо. Мало, но мы не так часто делаем ни черта. Даже самой смешно, да? Нет, хорошо было. Сейчас надо взять себя в руки и все-таки хоть что-нибудь сделать. Например, заварить чай с мятой. Кстати, и попить его. Да, давай возьмем себя в руки и попросим Машу, чтобы она заварила нам чай. О, да. Какие мы, однако. Это вряд ли, Ваня уже уселась. Маша уже там за чай уселась. Я сегодня ничего не делала, поэтому пойду сейчас вешаться. У меня постирался целый таз с бельем. Это мое, по-моему, единственное сегодня дело. За целый день. Такой кайф. Вообще. Ну, кроме того, что я сегодня целый день, наверное... Короче, я сегодня целый день следила за детьми, потому что сегодня целый день дети купались. Вот так. На сегодня все. И у меня будильник сработал. Попозже. На сегодня все. Всем пока. А зачем нам килька в томате? А я хочу рецепт сделать. Бутерброды. Завтрак. С килькой. От хороших людей. С килькой. В томате. Ну, там, да. Там специальная смесь готовится, да. Да. Смесь из кильки в томате. Да. С килькой в томате. Мне там одна девушка прислала. Кильканая смесь. Кильканая, давай так. А то кильканая какая-то. Кильканая никак, да. Кильканая неплохо. Кильканая смесь для завтрака. Давай, нам с тобой все равно завтра ехать уже на рынок. Мне кинза нужна. Вот, я говорю, сегодня мы с тобой ленились. Сегодня мы с тобой должны лечь пораньше, чтобы голова не болела. Голова нет, самое завершение.
что мы с тобой сегодня делали. О, да. Oh, hey you, what you gonna